Чем вера отличается от научного знания? Научное знание опирается на факты и логику, а вера на интуицию и симпатии. Современный человек может думать, что имеет научную картину мира, но большей частью он живет верой в ученых и экспертов, которые ему симпатичны, которых он интуитивно определяет как достойных доверия. Для того, чтобы иметь научную картину мира, нужно самому вникнуть в основы научных знаний и проверить интерпретации ученых собственной логикой. Сегодня десятки миллионов украинцев и россиян живут верой. А между разными верами разговор в принципе невозможен. Считается, что душа живет верой, но я бы уточнил. Верой живет только ленивая, инфантильная душа, которая боится осознанного выбора, поэтому полагается на стадный инстинкт или на лидера.